Всем привет, с вами Сивпро, и сегодня вторая часть прохождения карты Мега Дроппер 2 для Майнкрафта Pocket Edition. Ну, кто смотрел первую часть, те помнят, что я обещал пройти еще 4, ну как 4, ну сколько здесь будет, и какова будет их сложность, ну мы посмотрим, это такой радужный уровень, давайте попробуем пройти, повезет нам или нет, а нам, конечно, не повезло. Ну ладно, это не проблема, вернуться туда. Конечно, было бы хорошо, если была бы такая функция, чтобы можно было бы сохраниться на каждом левеле. Но, к сожалению, пока командного блока нет, такой возможности у нас не будет. Как добавить этот блок, так сразу будут очень хорошие команды. Наверное, все играли на ПК. Ну, давай, повези. Ура, мы попали в эту маленькую дырочку. Давайте возьмем опять песок из сундука. Ну, как понимаете, схема уровня одна и та же. Так, опять этот элеватор, да? Нет? Да, просто он темный. Его даже незаметно. Так, поднимемся и опять сохраним наш песок. Потому что уровни стали очень... Вот, я так и говорил вам, то, что за этой стеной вода. Вы сейчас видели брызги воды. Вот, поэтому вот так построен этот механизм. Так, ну нам нужно идти туда. Сначала сохранить песок, а дальше идти на второй левел. Тут у нас, я не пойму, то ли это печенье, то ли это какие-то штуки. Так, нет. Ай, блин. Ну ладно. Теперь я понял, как обойти этот уровень. Так, ну, очень далеко нам бежать. Особенно, если мы будем умирать на очень далеком левеле. Там очень далеко. Блин, что я левел на уровне? Этот уровень? Так вот, давайте все-таки пройдем этот. Шестой уровень. Ну, так, давайте прыгнем тут. И повези, все отлично, все прекрасно. Ну, мы опять берем песок и идем дальше. Уже мы идем к седьмому уровню, а затем уже восьмой. И, возможно, опять будет тот самый механизм, где нам придется вставлять песок. Ну, механизм с песком тоже прекрасно сделан, даже интересно. Ну, я еще не догадался, как этот механизм сделан. Но механизм интересен. Так, мы сломаем и перейдем туда. Надеюсь, мы пройдем следующие уровни очень сразу. Так, у меня очень сильно почему-то застрял. Так вот, сразу же отлагался. Ну, что же, посмотрим. Ну, походу, тут тоже будет одна дырочка, так я думаю. Ух ты, вот это нам везет. Точнее, можно сказать, повезло. Мы сразу же попали. А вот выход. Не было даже видно, где выход. Все очень темно. Поэтому я не люблю делать карты с темной. Ой, точнее, ну, из черной шерсти, потому что ничего не будет видно. Так, вот опять это же элеватор. Но я говорю, схема элеватора очень проста, и карта довольно проста, но она просто... огромная, делать ее просто нужно дольше времени. Возможно, эта карта находится в воздухе. Если честно, я не проверял. Вряд ли кто-нибудь будет копать под землю. Так, а мы переходим на восьмой уровень. Это у нас уже книжный зал. И здесь нас будут окружать книжки. Ну, будем осторожны и попробуем. Ну, к такому меня жизнь не готовила. Все могут подтвердить, я не был готов. Вот это нельзя было предугадать. Возможно, даже на максимальной дальности видимости мы бы не увидели бы это. Но это было бы, это как бы даже нечестно. Нас бы хотя бы предупредили бы что-либо. Так, ну, вторая попытка. Если я сейчас умру, то видео заканчивается. Если я пройду, то я пойду дальше. Но, к сожалению, я умер. Вот на этом все. Вторая часть закончилась. Ставьте лайки и подписывайтесь на канал.